получить водиночку. Вот так, на тебе по чуть-чуть сначала. О, хочет дозу, давай. Сиську как будто сосилее. Ешь, что? А ну, наклонись. Давай, Тюня, бери, приглаши, давай. Один-два не ходит, там всегда бандами. У нас производство до хрена. Много рэкета, гопоты, короче. Прикольно было. Мы в зале занимались таком, вот, типа, вот такой. Я ж там с ними начинал. Они по-своему меня там воспитали, своим похуизмом и довоевизмом. Нашел работу, типа, там каким-то водилой был, что-то такое. И тоже там по полтора кэса по кэсу сделал, получал. Они ездят на эти мувинги и... Блять, за неделю 500 баксов, типа, и все на бэцку, типа. Да, висят, типа, на бэцку, и все, типа. И живут одним днем. Ну, Гамлет, акт 4, действие 4. Страница 107. Вадим! Пойдите по пятам за ним. Скорее старайтесь заманить его на борт. Не медлите. Он ночью должен в путь отправиться. Что нужно для дороги, все сделано. Прошу. Братан, дай меч. Мантий. Брошенное испуганное покрывало на плечи, исхудавшее от горя. Куда ты? Нет, ты спишь. Все, чувак, ты все. Давай, красный. Бить или не бить? Чи ж то людина, хто найбільшим благом вважає їжу і сон? Тварина й годі. Бо вже час, щоб роздум мій чи вбрав всю кров чи згас. Ну що, можна, да? Ділати цю тему? Я не бачу. Три, давай! Отець, он мені в любви своїй відкрився почтительно і скромно. Гамлет. Гамлет? Гамлет. 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 Ты что думаешь, Гриш? Хамлет. Хамлет? Хамлет через ха. Сам типа хаммер, да? Хамлет. Я потом пойду к психиатру точно. Так. О, нет. Такое вот, то было круто. Мы такие тусы там делали. Я, короче, у них там всегда как ведущий был. Я с них загонялся. Я их заставлял друг против друга танцевать. Музяку разную шляковую включал, чтобы, знаешь, под припит типа шпиляться. Я этот... Вот весна придет, заходи. Я на Майдаке шоу свое делаю. Что пиздец открыть? Что? Да базарим. Да базарим о разных делах, короче. Куда хлеб взял? И понять вообще, что для тебя есть честность. Потому что в один момент ты сейчас такой для себя честный, в другой ситуации ты уже по-другому для себя честный. Ну, типа, каждый раз. И она меняется, блядь, типа, в идеале, что хоть типа раз на день. Классные хаты там. Не то, что за границей. Деревянная квартира. Прикольно. Две-три тачки свои. Жена красавица. О, как мне, какая милая картинка, посмотри. Дядь, обычные розы по двадцатке. Дамочки, извините, что за розы такие дорогие? Это дякую. Японская? Прямо ком из Японии, да? Ну да. Ага, ну мы посмотрим что-то. Спасибо, до свидания.
Отвести немного, чтобы ее нормально не получил. Да, вот да, так. И гори, гори, давай. Это возможно, да. Вот так. Ну дай мне его поиграть. Ну дай поиграть. Дай руки просто, что ты. Стой, стой, что ты делаешь? Король Артур, на нас напали! Нагибай. Теперь вверх. Вперед, да, Йон? А сожгем кроссовки, давай! Новый купил. Покажи им силу своего духа. Знаешь, почему волки ходят в стаи? Чтобы их не съели другие волки. Одинокий волк должен сделать все сам. Если он объединяется со стаей, он обычно становится альфа-волком. Но вначале ему нужно самостоятельно выжить.